Мне все окей, не орет музыка. Хорошо. После этого, короче, кашлял весь отпуск. Но при этом температура была нормальная, купался там, все дела. Вот, а приехал домой, что-то опять кашель появился. Поэтому все выходные я выздоравливал. И теперь кашлять не буду. Никого бесить больше это не будет. И никого не придется банить. Потому что если тебя это бесит, то я тебя буду банить. Как проскипать до игры? Let's fun. Берешь, короче, кулак. С размаху даешь себе по виску. После этого где-то через минут 20 приходишь в себя, там уже игра идет. Я пробовал. На фане. Привет, зайчик. Все хотел спросить, а где посылки? У тебя же вроде две было. У меня, смотри, одну посылку я открыл перед отпуском. Я хотел это сделать на видео, но, короче, потом забыл. Знаете, что там? Там на мой телефон чехол вот такой. Я попозже, короче, все это более официально сделаю. А сейчас просто пока вот показал вам. Спасибо тебе. Вот. Изумруд в вашем дипломате. Дебил. О, спасибо. Так, я думаю, что в результате мне нужно сделать... Пролезет, я это помню. Как видишь, нет. Я что, тебя насквозь пробил? Так я типа не хотел. У меня такая тактика была сейчас тебя кружить и в спину стрелять. На фане, что планируешь на свой день рождения? Ебана мать, у меня день рождения через 3 дня. Да я вообще забыл. Я ничего не планирую, я забыл. А, и за Зою будет, да, еще сюжетка. Надо что-то попланировать, наверное. Лорд и Стил, спасибо за саб, Чистер Ван. Слушай, у него лицо такое, как у Кано. Да твою мать, ты уже начинаешь бесить. Я сейчас все патроны на него солью. Эшли, come on! Come on, Эшли! Ау, да больно! Свободен. Ну, в свое время. Не так зашел, как вторая часть. У меня первым резидентом был второй. На мой взгляд, хороший резидент это второй резидент. Третий это, по-моему, повтор второго. Ну, тоже неплохой, но второй намного больше нравится. Четвертый хороший резидент. Пятый тоже прикольный, но тоже похуже. Шестой я тоже не сильно люблю. Седьмой очень понравился. Еще нравится код Вероника. Вот. Вот мои любимые резиденты. В смысле? Вот это засада. Серьезно. Это какая-то шняга. Э? Я что-то не понимаю, походу. Говорят, патрона пропустил. Мне хватит, поверь мне. Чуваки, вы что-нибудь делали бы, я не знаю. Слышь, у вас какой-то кран сломанный. Закрыто нахер. Сломано? Может и сломано. Может и нет. Че, дверь захлопнул, дебил. Так, ладно. Мне сегодня такой жуткий сон снился. Мы вчера смотрели фильм «Одержимое». Ну, херовый. Плохой, простите, не порицайте. Плохой хоррор, который вот это вот в... Где-то года два назад была же эта тема, что все хорроры надо делать от первого лица, псевдодокументальными, как вот на камеру снимают. Вот, это был... Там очень много было тупорылых. Вот, это был самый тупорылый, наверное, из них. И, короче, после него мне сегодня снилось, что я
В общем, так, скорострельная. Так, подождите. Что я этот самый? Там Даша слышно, по-моему, да, на заднем фоне, скажите? Что я, в общем, присматриваю за какой-то старушкой в хрущевке. У нее в доме все окна газетами заклеены, постоянный полумрак. И в определенный момент, короче, я понимаю, что она вся какая-то разложившаяся. И, короче, прет на меня. Я это просто пипец как запомнил. О, нет. Твою мать, как там перезаряжать-то? Да не та кнопка! Так, это все не очень хорошо. Так, ладно, руки помнят, но не то! И, короче, она прет, а у нее глаза, как у белых ходоков, светятся. И что-то меня это так напрягло, этот сон, что я, короче, даже напугался, реально. Обычно я после этих хорроров такой... Сука, в смысле 0 наград? Я же 25 из 25 снял. Меткость Helio Nember, а ты попробуй поцелиться вот тут, вот в этой игре. Ей! Тварь, теперь ты за нее взялся, да? Упал. Это я ее пристрелил? Слушай, я начинаю раздражаться. Но пока только чуть-чуть. Устала. А где твоя голова? Нет твоей головы больше, потому что нахрен тебе голова не нужна. Вот так. Смотрел сериал «Табу»? Я его смотрел, Аски. Типа, он мне не сильно понравился. Я знаю, что для тебя он офигенный, ты его рекомендуешь, но... Я смотрел две серии, на протяжении двух серий Том Харди ходил. И, короче, Том Харди офигенный, но, типа, просто смотреть, как он ходит и со всеми там, типа, ну чё ты, а им... они ему такие, чё ты, а он такой, чё ты. Но, по крайней мере, я теперь помню. Вспомнил. О чем ты вспомнил? Well, let me get to it. Кручу сейчас, и все у меня хорошо. Кручу сейчас, и все у меня хорошо. Слюна идет вот такая вот, прости. Ладно, дай-ка мне собраться. Сообщение, я вспомнил, было одно онлайн. Так что, ты хочешь повторять Welcome. Уроки вместе с Рюджи? Хорошо. Рюджи, он не стесняется отвечать. Мысли, это не девочка, это... А, это тот... Это Мишима, тот парень? Серьезно? Он мне первый раз заэсэмэсил просто. Так что, пойдешь учиться с Рюджи? Да, давай вместе позанимаемся. Это будет серьезная помощь. Я буду ждать тебя в закусочной, в Шибуе. Иримагу, спасибо за саб, Чистер Ван, спасибо. Спасибо за поддержку. У тебя PS4. У меня две PS4 и одна PS4 Pro. Мы сейчас играем на PS4 Pro. А еще у меня есть Xbox One. Вот, еще Xbox 360. Еще Nintendo Switch есть. А еще есть Nintendo Wii U. Еще есть Nintendo 3DS. Еще у меня 3 компьютера. Еще у меня HTC Vive есть. А еще у меня есть PSVR, но я там провод порвал. Еще у меня есть ноутбук. Вот. Похвастался. О, так, хорошо. Так, ладно.
Все, хватит, остановись. Хорошо.